которые требуют продуманного решения. И на сегодняшний день заказчик, это комитет по реализации инвестиционных проектов в строительстве, сейчас принимает довольно серьезное решение, которое, я думаю, до конца сентября найдет свое отражение в реальном действии. А в итоге у нас сроки сдвинутся? Об этом разговор пока не идет. Мы сделаем все, чтобы контрактные сроки остались неизменными. Но вопрос действительно сложный. Ну, связан со многими техническими подробностями. А какие именно вот проблемы возникли? Какие именно проблемы возникли при реконструкции? Из-за чего пришлось? Сохранность силовых элементов, которые держат здание. Да, они скрыли. Вот, когда уже, освободили фундамент, видимо, выяснились какие-то дополнительные проблемы, да? Вот, которые заставляют несколько пересмотреть первоначальный план реконструкции. Вот. И поэтому на некоторое время застопорилась работа. Да, просто мнения специалистов разделились, и нужно авторитетное экспертное мнение для того, чтобы принять единственное правильное решение. Когда предполагается возвращение все-таки рабочих, или это еще на долгий срок? Нет, я думаю, что в течение месяца. Ну, может быть, максимум. Организация направила нам письмо о приостановке работы. Ну, не нам, а заказчику. Но подрядчик остается тот же. Письмо рассматривается, потому что заказчик имеет право принять решение в рамках действующего законодательства. Оно может быть какое угодно. Спасибо. В рамках действующего законодательства. То есть может быть продолжение, да. А может быть расторжение и отношения с новым каким-то, с новой какой-то фирмой.